22-го армейского корпуса. Что такое? Куда мы идем? На вип-зону, сказали. На вип-зону идем? Ничего себе! Идем на вип-зону. Как все происходит за кулисами? Кто будет работать со мной, вы будете работать вы и вы. Хорошо. Да. Куда мы сейчас идем? Мы идем с собой. Сейчас там все спать. Оба. Да. Йоу. Всем привет, вы на канале Али. Как обычно, такая заставка. Сегодня 9 мая, я иду сейчас на площадь. Нет, сначала я иду в Министерство образования, чтобы встретиться с Меркалимом, с Самирой. Надеюсь, там будет Витя. Рассказывай, сегодня не будет. Сейчас достаточно рано, 8:40, и мне надо минут через 15 быть уже в центре. Но я доберусь, если буду идти быстрым шагом. Я постараюсь выпустить этот влог сегодня. Постараюсь. Ага, погоня. О нет, смотрите, что-то там едет. Что же это едет? Давайте посмотрим. Едет какая-то колонна. Давайте, это очень достаточно интересно. Столько нарядных людей, все в парадной форме. Я волонтер. Вообще, сегодня я иду волонтерить. Да, буду волонтером, как я понял, буду помогать дедушкам, бабушкам. Перебегаю тоже на красный свет. Буду волонтерить. Так, они кстати. Опять никакой стабилизации, да? Никакой стабилизации. Два. Шарик. Как я был на цепи, шарик. Сейчас я проходил, и надо мной была куча военных. Так, ага, теперь я выйду вот здесь. По погоде я могу сказать лишь то, что стало прохладнее. Заметно прохладнее. Я в курточке взял кофточку. Какой-то щекастый. Вот я пришел уже на месточки, и никого нет. Самое интересное, что я пришел первым. Я боялся опоздать, потому что пойду пешком. В итоге я пришел в 7:50 ровно. И никого нет. Достаточно пусто. Посмотрите, как на площади. Вот там бабушка идет и все. Ну, вон дядя еще, и там дядя. Ну, будем ждать, я так понимаю. Что, Витя, ты будешь снимать сегодня влог? Конечно, блин, это... Новый оператор 2? Ты знаешь, что снимать его намного легче, чем... Монтировать? Что-что? Чем монтировать или смотреть? Даша, вставай рядом. Чем сниматься в нем. Так поэтому я всегда снимаю. Да, поэтому мы тоже снимаем снимать. Расскажите стих. Давай, военный. Снимать, как снимать. Пушкин к Чадаеву, это я точно помню. Бородина точно. Да. Нет, я не буду так сказать. Какой красивый нос. Мы можем спеть потом. Я бы хотела. Какой нос. Красивый нос. Нет, Витя Скалон уезжает. Не, много. Будет Сева, будет Лера Юдина. Оля. Снимай его, пусть. Витя сегодня не будет. Стихотворение военное. Бородино. Да, давай. Я Бородино так в пятом классе не рассказал ученице по русскому языку. Нет, это же все знают начало. Скажите... А, скажи-ка, дядя Венедаром, воспаленная пожаром, французу отдана. Все, да? Не, помнишь, схватки боевые. А говорят еще какие. А задачи не помню, честно. А, так вот, сегодня этот ветеран взял. Не знал. Ну, когда я поднимала мелочь, он мне написал, ну, можешь не поднимать, ее подметут. Вот окурки не подметут, а вот мелочь подметут. Вместе.
Давай. Это подстань. Давайте лучше песню, ребята, это веселее. Петь? Песню? Я знаю эту. Петь. Алло? А я думал, она и слова искать начала. О, Ерка ведь найдет. О. Привет. Да. Привет. Не фигурируй. Ладно. Да я же причем, не-не, я не могу. Давай. Ламирует. Нажми ее еще раз. Скажу, скажи, сестра с войны дождалась. Да ты фоткаешь, я с праздником. С праздником. Зачем так быстро расходишься? Зайдите еще раз. У меня перебинтованный пальчик. Отстой! Шучу, повезло тебе. Как я узнал от Амиры, Витя сегодня не придет. Это уже долго. Как поется песня, которую я люблю. Витя, надо выйти. Давайте посмотрим. Да. Вы слышали эту песню? Конечно, слышали. Все слышали. Как вам песня? Я даже хотела включить ее Витя на днюху. А где Георгиевская ленточка? Тебе дайте твою да. Георгиевскую. А, когда с этим миллион георгиевских ленточек. Нет, это не одна, я взяла, я думаю, вот вдруг ты лузер. Да. Я тоже хотела взять, но я забыла. А у тебя просто георгиевская ленточка? А я взяла, взяла. Оба. Значок. О, ничего себе. И расческа. Я тоже хочу. А куда лучше ее, на куртку? На сердце. Не, на куртку. Нет, на это. На кожу так. Не, на футболку лучше. Мы сегодня поведем ветеранов, да? Просто вот огонь. Убедитесь, что с не та крышка объектива. Саша, подожди. Саша, что мне делать? Как снять? Что? Что это? Гораздо проще. Сегодня не будет, сегодня мы будем с Амирой ведущими. Отлично. А теперь это будет. Ну и будем меняться иногда. Амира, как ты начиналась с песни? Что-что? Как песня начиналась? Какая? Про ведик. Про кого? Про ведик, кто помнит? Я не помню слов. Сначала самое, просто не напомню. Мне не надо твой голос. Ира, мне не нужно. И 10-й батальон. Мне не нужно. Я вообще без. Я готов до оплаты. Не то поем. Не то на 9 мая? Да, можно ставить. Здесь никто не заедет. Видишь? Ты что от работы ухлыниваешь? Ухлыниваешь? Да, ну я не знаю, как сейчас сказать. Какие еще есть слова? Если у вас там ни воды, ни еды, ни вода, еда, то ухлыниваешь. Ухлыниваешь или ухлыниваешь? Чего? От работы что делаешь? Просто не ухлыниваешь. Подожди, давай, раз, два, три. А сейчас мы идем. Куда мы сидим? Хороший вопрос. Хороший. Отвечать на него я, конечно же, не буду. Подожди, в принципе, ну неплохо смотрится на мир. Ну, да? Нормально же. Вот меня, для меня, посмотри. Давайте я сфотографирую. Давай. Только быстро, Саша, давай. Все. Покажи, подожди, ты посмотри, не хочешь, Ир? Да, короче. Бежим! Ты что? Ты последняя? Да, да, я последняя. Это все, потом будет фильм делать? Да. Ничего себе. Я попаду в фильм. Конечно. Здравствуй, мама, мама, привет. Ой, какое красивое дерево. Офигеть. Брат, нас не дуга, никого нет. О, кстати, снимай. Только ты дефолт. Ты снимаешь? Тоже снимаешь, да? Да, снимай. Днем Победы! Ура! Гиб-гиб, ура! Я слышу. Идем, нас зовет Лера. Я тоже, да. Так вот, девушка, я взяла помочь принести зонтик. Говорит, нет, я сам. Как раз эти, как солнце вышло, дайте фотографироваться. Как раз солнце, ничего не видно, да? Ты встаньте на броне солнца. В общем, сейчас мы уже помогаем ветеранам, вот так красиво на площади, как-то опять обстановка, чувство какое-то странное у меня упало.
Сегодня я буду очень в кадре. Ну и Амира может будет мне помогать. О, Ирина Владимировна. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте. А где симфы такие? Давайте мы симфы такие же сделаем. Давайте. Попытаемся. В следующем году все. Вообще. Спасибо. Ну, в следующем году у меня никого уже. Для 11-классников, да? Что, давайте вас сфоткаем? Давайте все вместе. Что, давайте я? Давай я. Как обычно. Фокус. Чей, кстати, фотоаппарат? Я сегодня фотограф и оператор. Не, видеограф сегодня Виолетта. Доверили там? Да. Ребят, точнее. Я все это снимаю, ладно. Все покрыты, это бейджик, бейджик. Стойте, Паша, под... дай бейджик, хочу подъехали. Поправить. Так, все поправили. Ой, какая взрослая. Ну, типа, ну нет, не... что ты снимаешь? Ты попадешь в влог. Типа все в школе, в колледже, я такая, блин, я на третьем курсе. Ты попадешь в влог. Зачем? Зачем? Зачем ты все снимаешь? Я блогер. Нет. Ну, попадете во влог. Покажите вот потом это все. Почему все так к этому относятся? К чему? К видео и ко всему такому. Вот ты не боишься сниматься? Боюсь. А почему? Вот. Что в этом такого, допустим? Ну, как бы так влоги все снимают свои видосы. Ты блогер? Да. Ну, как хотите, ну и не снимайтесь. Вот вам три человека. Здравствуйте. Скажи что-нибудь во влог давай. Во влог? Ты блогер? Да. Я тоже. О-е-е. Давай, прорекламируй свой канал. Ой, ничего себе. Лера, пойдем, давай. Идем. Ничего себе. Куда мы сейчас идем? Мы идем с собой. Сейчас так и скажем. Оба. Мы идем за кружочками и ленточками. Я всегда мечтал туда зайти. Вот честно, я там была просто. Я симфа, я побывал везде, где хотел. Да, на самом деле, да. Е-е-е, таким важным себя чувствую. А? С ним не видно, что я волонтер. Да и что? Ты идешь с одним, ты никак, ну я не знаю. Вот это да. О, ех. Какая огромная дверь. Как я. Здрасте. Здрасте. Ты коробки все, а еще девочек позвали на эту работу. Я посаду, но дай вам поменяемся, Лера. Их взять, зачем коробки? Да, мы можем просто их взять, наверное. Если вы будете брать их? Давай я ее поставлю лучше. Давай, поставь. А сколько взять? Все брать вообще? Все? Ну пока набирайте. Собирай. Флажочки. Давай ты мне будешь дать руку их, а я буду снимать. Что мне дашь их в руку. Оп. А если я буду складывать себе портфель, не подумал, что я хочу их своровать? Не, просто у меня в портфеле места много. Видеоблогер. О, привет. Я откуда буду? Я получил кучу флажков. Мне говорят, не снимай, я буду снимать. Потому что я могу... Девочки! Девочек. Какая? Как здесь классно, у меня очень много флажков. Что такое? Куда мы идем? На вип-зону. На вип-зону идем? Ничего себе. Идем на вип-зону. Кто будет работать со мной, со мной будете работать вы или вы. Хорошо. Как все происходит за кулисами? А? Людям раздавай. Ну, я гостям раздаю. Гостям я раздаю. Я гостям раздаю. Как все происходит за кулисами? Ничего себе. У нас флажки много, но сюда придет еще куча людей стоящих, да, там всякие силовики. Там вы раздаете, вы знаете? Да, я гостям раздаю, гостям. Мы там раздавали, да. Да, остальным нет, но как бы вот на первый ряд можно так чуть-чуть дать, но только совсем. Хорошо, все, вас поняли.
флажок, да, вот раздаем. По краю, чтобы оно все по краю. Потом вы за 2 секунды успеете остатки вот так. Да, хорошо, мы поняли. Это Ниня, а я Саша. Сколько счастья. Дали камеру человеку. Ой-ой-ой-ой. Мы снимаем? Ой, смотри, смотри, как круто. Здравствуйте, мы находимся на площади Ленина. А мы ждем ветеранов. Отлично. Отличный репортаж. Да. Погода хорошая. Хорошая. Дождь, возможно, будет. Надо посмотреть погоду. Смотрю, подождите минуту. Может, 2 минуты, кто знает. Так, погода. Спасибо, найти погоду. А если бы Wi-Fi хорошо работал? Сегодня обещали дождь. Обещали дождь уже третий день. Преимущественно облачно. Сегодня дождь обещают только к 7 часам. Отлично. Мы к 4. Целая семья идет. Здесь целая семья. Да, класс. Какая атмосфера. Больно? Наш мир вверх ногами. А? Мир вверх ногами. Не, подожди, я правильно же это вверх ногами будет? Нет, что за фигня? Подожди, а как делать? Оно на видео будет вверх ногами. Что ты делаешь? Не знаю. Так, народ, пока не стоим. Хорошо, пока не стоим, идем вот. Там особенно около техники очень много народу раздавать. Вот там, где стоят просмотр парада, вот там раздают. Стойте, девочки, стойте. Там, короче, актер, ну где-то идет сейчас. Я просто пошла с Аксёдовым. Конечно. Бери ты свою камеру, ленточки йогиски раздавай. Сейчас, сейчас. Все. Землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. А света, ветеран. Пора! Класс. Смирно! Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы для встречи слева накра! Центрального музея вооруженных сил как главная реликвия Великой Отечественной войны. Сегодня государственный флаг Российской Федерации и знамя победы торжественно несут лучшие воины 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса. Возглавляет знаменная группа неотдельного артиллерийского корпуса морского инженерного полка, отдельного батальонного управления, дивизии противовоздушной обороны. Привет. А также... Уже стало плохо, ну что тебе? Задачи под прикрытием воздушных рубежей поддержки наземных сил. Пора
Сейчас пойдет дождь еще. Такие тучи. Да. Скажи, какие тучи большие. Да, тучи, тучи. Сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы, с праздником, величие которого определил сам народ. Смертной земле будет помнить человечество каждый год, каждый день, каждую минуту имя. Все, у меня заканчивается память и зарядка. Давайте, скажи что-нибудь на прощание. Сейчас потом скажешь. Привет, Оливиту. Мы от всей души поздравляем вас с Днем Победы. Привет, Оливиту. 72 года назад. Все, скажите, стоп, снято. Стоп, снято.